Голоса X-Factor Беларусь. Всем, кто с нами, большой привет! Вы на волнах Радиус FM. Меня зовут Дарья Рудь, и в гостях у нас финалист первого сезона белорусского X-Factor'а Виталий Дроб. Виталик, привет! Всем привет! Виталик, мы тебя все помним с X-Factor'а как химик, который поет. Что сейчас вообще и с песнями, и с химией? Расскажи. Да, правда, так и осталось. Все продолжается, и химия, и музыка. Выпускаю новые треки, учусь. Вот сейчас как раз конец года. Выпускаешь новые формулы? Новые формулы еще не начал выпускать, но я надеюсь, к этому приду. Вот как раз конец года, да, сейчас вот надо разбираться с учебой. Поэтому все сейчас очень так вот плотно. Но плотно и музыка, и химия. Да, да. И давай расскажем вообще, зачем ты к нам сегодня пришел. Главный мотив твой — это что? Да, правда, я сегодня пришел для того, чтобы презентовать мою новую песню. «Наш костер» называется. Песня называется «Наш костер». Расскажи вообще, о чем она, какая она, что она для тебя? Эта песня тоже лиричная. Это тоже песня об отношениях, любви. Но уже снова более... о химии, как мы с тобой привыкли говорить. Химии, да, это правда. Химия между людьми. И она уже более такая, с более танцевальным мотивом, поэтому, может быть, в отличие от первой, под нее можно и потанцевать тоже. Я думаю, наши слушатели заценят. Вообще, планируешь ли еще как-то развиваться? В какую сторону идти в творчестве своем? Ну, я каждый раз говорю, что я не хочу разделять как-то эти понятия. Я хочу заниматься и музыкой, и химией. Это, ну, как бы две сферы, которые мне абсолютно нравятся, ничего не меняется, я продолжаю выступать, да, заниматься музыкой, петь, и продолжаю заниматься химией. Вот сейчас, например, мне очень нравится в университете фармацевтическая химия, потому что ничего это такое, себе. Да, то, что ближе всего связано с человеком. Ну, тебе очень такой интересный симбиоз, хотя ты, наверное, скажешь, что симбиоз сюда не подходит, но я скажу, что подходит. Виталик, остались ли у тебя какие-то фанаты вот еще с X-Factor'а? Вообще, как происходит взаимодействие с ними? На самом деле есть очень преданные фанаты, те, кто даже вот спустя год продолжают писать, там часто отправлять какие-то, может, свои мнения об уже финалистов, о финалистах этого сезона. И даже те, кто не пишут, я все равно знаю, что, например, при встрече, да, если мы где-нибудь встречаемся на каких-то мероприятиях, концертах, там, многие говорят, что вот помнят, что вот узнали, конечно. И да, продолжают как бы тоже общаться. И раз уж мы сказали с тобой про новый сезон, сейчас у нас стартовал «Фактор Бай», смотришь ли ты вообще его, следишь? Да, я слежу, это такая ностальгия, да, потому что сейчас вот тоже 12 финалистов. Хочется вот вернуться назад туда, к ним. Ну, конечно хочется, когда ты видишь, что вот 12 финалистов проходит сейчас то же самое, что ты проходил год назад, это там огромная команда, вместе с ними работают, ставят потрясающие какие-то номера, да, это хореографы, это педагоги по вокалу, это наставники звездные, это постановщики номеров, это все просто очень масштабная работа, и, конечно, это интересно, хотелось бы вернуться. И что вообще можешь сказать им вот так вот вдогонку, может, какие-то слова мотивации, потому что сейчас они проходят то, что ты уже прошел? Наверное, главное, что я хочу вот пожелать, это быть искренним. Я считаю, что это главное в артисте, и это то, что поможет им в победе. И главное в людях, мне кажется, вообще. Правда? Виталик, не будем уже тянуть кота за хвост, давай уже скорее слушать твой новый трек. Спасибо тебе большое, что заглянул сюда к нам в студию. Будем ждать снова, с новыми треками, с новыми поклонниками. Успехов тебе, отдачи от слушателя. У нас в гостях был Виталий Дроб, финалист X-Factor Беларусь. И прямо сейчас на Радиус FM мы слушаем его новый трек «Наш костер». Голоса X-Factor Беларусь. Ночь тянется вверх. Но в этом поезде чувств давно
Однажды обещали мы, но растеряли на полпути. Хочется бежать, скупая все цветы под твой подъезд. Но в этом поезде чувств давно. Но каждый